Привет, дорогой друг! Ты попал на канал Березки, меня зовут Алина. Не знаю, залетел ты ко мне в первый раз или смотришь мои видео постоянно, но я буду очень признательна, если ты подпишешься на канал. Но чтобы быть в курсе всех предстоящих трансляций, переходи в наш телеграм-канал. А если ты хочешь вместе с нами смотреть сериалы, фильмы и многое другое, переходи в наш Дискорд. И самое главное, если у тебя есть что-то интересное, что можно послушать или посмотреть, переходи по ссылочкам в описании. Да, и чуть не забыла. После просмотра этого ролика не забудь оставить комментарий. Приятного просмотра! Офигенно, слушайте, вообще. Так они, конечно, поломали и разложили припев. Вообще, слушайте, я даже вот к концу все равно до конца... К концу трека в последнем припеве до меня все равно до конца там вот не выстроилась линия. Ну, как бы, типа, она выстроилась, но надо еще послушать несколько раз, чтобы ты, типа, попал вот в нужный момент, в нужную ноту. Офигеть, вообще. А переходы какие, особенно Катиной части в начале. Ой, блин, как это. Вот это вообще другая, конечно, музыка. И сведено это, блин, вообще очень круто. Вот такое слушать, это просто, это такой эликсир, такое это прям просто... Все, везде, везде все прекрасненько. Везде прекрасненько все так зазвучало. Офигенно. Это трек с новой, да? С новиночек ее. Офигенный вообще, слушайте. Ну, а как бы она сама по себе, я же говорю, как бы ее треки, да? А, сами по себе, вот их чем больше слушать, тем они как вот бутон будут раскрываться. А тут, ну и тут та же картина, прям.
такой магический, такой прям завораживающий, что и прям хочется в нем копаться, копаться до какой-то, до глубины, до этой истины, до рыть. И резкие переходы, да, какие? То есть очень музыкально необычно положено, разложено здесь. И такой пу-пу-пу. То есть вот довольно-таки, ну, грубовато, как бы. Ну, не то, что однобоко, но... Так, выразиться. Ну, ладно, пусть как бы... Блин, нет, не то слово. Сейчас. Ловлю. Ну, в общем, типа не заморочено. Бит здесь, он чисто вот просто фон дает. Но он так... Не то, что фон, он прям... Для полноценной картинки какой-то такой такого смака поддает, знаете, как типа. А подлей-ка маслица в огонь. Для полноты картиночки.